Стой, давай еще раз. Почему так дешево? Блять, потому что Советский Союз, Саня. Советский Союз нерушимый. Ленин. Днем независимости, блядь, чувак. Смотри, реально, мы из Киева ехали на этом Интерсити 417 гривен. За один билет? За один билет. Тут мы едем из Запорожья на плацкарте, заметь, на плацкарте. То есть мы можем положить свои утомленные тела, да, убитые насмерть. После хардкора. Да, после хардкора, драм-н-бейса и разного блакоблюдия. Ну, в этот раз, короче, без постели, потому что мы решили сэкономить. Она стоит 150 гривен. Но мы едем на этом, как это, горизонтальных поверхностях, да, своими мягких телами. Подумай, за две, сколько? За 50 гривен, не, подожди. Нет, 285 разделить, да, на 2. Сейчас, подожди, тут где-то есть это. А, 142 гривны. 142 гривны, Саня. За 142 гривны. Держи сейчас это. Ну. А я покажу свой билет, что я взял в Киеве. Да, да, секунду. Да. Чтоб люди знали правду. Правду знали люди. Держи. Сейчас, люди знали правду. Как в Киеве дурят честных людей? Да, именно. Как дурят людей честных? 417 гривен. И это обычный экспресс, да, даже не плацкарт. Но зато телевизор. Сколько? 7 часов мы ехали? Да, а тут 10, а тут не 10. Блин, разница такая, да, капец. 3 часа разница, но мы едем за разные деньги, совершенно. На, билет не потерял, где-то там. Вот, это ты. Это я, да. Короче, ну, Саня, я вообще в шоке от этих цен. Я в шоке. И мы все в шоке. А в Киеве назад, наверное, стоило бы столько же. Да я не знаю, честно. В Киеве сказали, нет поездов вообще на завтра. Я вчера был на кассах, сказали, нет вообще билетов на Киев, на 25. Короче, не покупайте, люди, в Киеве. Не живите, люди, в Киеве, живите в Запорожье. А, да, да. Не живите в Киеве, люди, в Запорожье живите. Да. Скоро здесь вон здание новое построят. Блин, Саня, будет супермаркет. Жара, как с ума сошли вообще. Я такой жары не видел, тут как в Африке. Да. Блин, реально. Да. Глобализация. Да ладно, нормально. Нормально. Вообще. Да вообще еще, слышишь. Ха. Саня, смотри, блин. Саня, смотри, что? Блин, еще деньги есть. Что, да не свети, это не свети, Вася, Вася, не свети. Вася, не гони, Вася, ты шо, сейчас мы загребут, сейчас лопники, лопники. Вася, попрыгай, попрыгай, делай, давай, давай, давай. Попрыгай, попрыгай. А куда мы идем? Мы идем менять поддельные деньги. А. На евро-доллары. На евро-доллары и иены. Мы идем. Ага, да. Идем. Там. Идем грабить Эльдорадо. Идем, нам надо на трамвай. Мы хотим на трамвай, все. Ладно, идем. Саня, сейчас ты охуеешь, потому что тут транспорт стоит не 8 гривен, а 3 гривны. Саня, о! 3 гривны тут стоит транспорт. Саня, 3 гривны. Это другая страна, я не понял. Общественный транспорт тут стоит 3 гривны. Может, Запорожье, Саня, это другая страна? Серьезно. 3 гривны? Да. 3 гривны. Бля! Ты удивлен? Ну вот маршрутки какие-то. Подожди, ты маршрут. А на маршрутках написано, что почем. Нам надо ехать на трамвай. Не, на маршрутках что-то не пишется. Поехали на трамвай. Ладно, ищем трамвай. Да, трамвай это... А, вон вижу, да, цену какую-то. Что? А не, ой, извиняйте. Тихо, Саня, не хочу. Смотри. Депортиву. А, это в Бердянск. Чего 14.50? Да, время 14.50. А, 14.50. Саня, время. В Бердянск. Море. Море в Бердянске. О, ладно. Короче, мы можем на экономные деньги еще на море. Да. Правда, можно прогулять. А ну, подожди, я буду где-то трамвай. Так, да, ладно, идем.
проспект. Это да, же проспект. Ну, вот проспект. Ну, да, проспект. О, рыбалка, берег. Блин, класс, вообще такие дома немцы. Ты какой немец? А? Нет, да. Патриот. Развлекательный полк. Церковь. Не, ну тут белая церковь. Вот это белая церковь был похож. Нет, точно. Может быть. Не, класс, вообще, я рад. Ну да, солнышко греет. Может у меня это... Я люблю девушка, такие возьмите игры. Билеты, это ваши. Эти билеты взялся? Да. Два? Выделяйте. Ну, один тебе, другой мне. Можно взять. Вот это симпатично. Да, да. Смотри, там какая-то скульптура на доме том на тебя. Мы идем в цирку. Мы бухаем сыр. Квас. Квас пью. Да. Пьем квас. Сейчас. Классный квас. Нормальный квас. До остальной капли. Ага, отлично. И на меня чуть это в лицо. Блеванул чуть-чуть. Блеванул чуть-чуть. Да, да. Короче, вот такие вот краевиды. О, Украина. Я в Киеве. Украина универмаг, а там цирк. Да, да, точно. А тут там цирк. Вот такие вот стражи. Да. Ну ничего, нормально. Дорога, конечно, не очень почему-то. Это реконструкция идет. А, да-да, обязательно. Да, обязательно реконструкция. Реконструкция. А так вообще, да, зелень, травки, какие-то булыжники. Травки мы еще не купили, еще чуть позже. Да-да. Вот чуть позже. Это... Ну ничего, вон дом такой шикарный, там какие-то часы, да, как часики. Как замок. Они стоят, они неправильно идут. А ну подожди, Саня, я сделаю знаменатель. Или правильно? Да нормально. А, правильно, да, да точно. Где тут моя камера? Вот так вот. Вот такой вот цирк, видите, тарелки, за ним прикольный домик с часиками. И мы прёмся. Мы прёмся. К ларьку. К ларьку, а там бухло. Нет. Там вода. Там вода. Вообще-то. Вода в кране, кстати. А в ларьке? Минералка в ларьке. Или просто... Саня, мини-маркет в ларьке. Короче. Ну, так симпатичный домик. Да, отличный домик. Да. Завал. Ну что-то везде. Они еще и дают тебе. Чего? Они еще и дают тебе, смотри. Ну да. Хлопать, понимаешь, такой. Приехал из Киева. Да ну конечно, это дело не в том, что ты приехал. Дело в том, что они это понимают, что плохо тебе нужно все равно. Да-да-да. Смотри, на меня как я... Короче, вот с тобой базарит. Он сейчас, представляешь, снимает видео, как мы с тобой говорим о том, что мы будем... Да, что ты будешь смотреть потом за видео. Передай привет. Тебе привет. Привет! Саня тебе передает привет. В живом времени. Да. Так что это класс вообще. Да. Ну, побываем еще. Так и что? Что это? Радио Маяк. Давай, радио Маяк.
Давай, удачи, пока-пока. Культурные люди выкидываем мусор в мусорник. А сейчас идем во дворик посмотреть, что здесь, как здесь. Как здесь люди живут. Вот как бы решеточка на кодовом замочке. С другой стороны, наверное, в решетке можно его без проблем открыть, но что такое. Так, запорожские дворики, собственно. Ого, какое окошко, смотри. Нет, все в металле. Красота. Смотри, реально. Металлом закрывает. Сталинские домашние. Да? Так, у нас даже в Киеве так много нет сталинских. Вот, детская площадка. Я же говорил. Да? Сань, я говорил тебе. Это дежавю. О, кто-то в лото играет. Да. Спорт лото. Не просто лото. Спорт лото. Гармония. Салон красоты. Смотри, Саня, я говорил, что тут будет детская площадка. Это... Дежавю. Ура, детская площадка! Ура! Сейчас нам пиздюли дадут, идем отсюда. Там насупили. Местные. Да. Типа, что вы тут делаете? Ой, а так осталось вот это колесо еще советское. У меня во дворе тоже. Да, есть. То есть не колесо, а этот глобус. Есть. Ой, можно покататься. Можно. Ой. Ой. Уии. Ракета, Саня, смотри, вот где земля, ракета. А, ракета. Саня, ракета. Да, ракета. Уии. Уии. А тут симпатично, елочки. Да. Только мусора много. А, и, наверное, из-за ветра мусора много. Люди выкидывают мусорник, а ветер дует и все. Сейчас дует. Сейчас. Ёлочки. Такой вот. Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Эй, пацан, у тебя есть придурки сыни? Кого придурки? Придурки сыни, ну прилуки, ты что, цела приедешь? А, прилуки. Прилуки, придурки сыни. Прилуки, понятно. Придурки сыни. Стой. Держи, блин. Благодарочка. Блин, нахуй. Благодарочка. Все, пошел нахуй, блядь, я тебя не знаю. Благодарочка за благодарство, пролетарь. Короче, Запорожье, вот люди, как люди, а тут... Придурки сыни, дай чем, блин, мало, я хочу две. Блин, дядя, придурки сыни. Так, блядь, все, короче, я дай, заебал. А, блядь, забрал. На... забрал. А, подкурить блядь. Есть? Есть. Американский флэвер. Вайн флэвер. I'm Flav, American. Ну, American Blend. Все, свободен. Пока. Не, вообще очень таки здорово. Что? Ой, девчата, пиво. Пиво разлило. Прибираются за собой, молодцы. Да, видишь, друга дворится. Вот что называется любовь к своему городу, Саня. Вот это, вот в Киеве бы они так не сделали. Саня, в Киеве бы они так не сделали. Да, видел, я ж стаканчика поднял и выкинул. Астория. Ой, аристократ. Не, аристократ. Так прикольно. Да. Очень красиво. Очень так. Там фонтанчик. Вот видишь, Саня, в нашем Киеве таких культурных людей. Очень симпатично. Да. Что, ты хочешь меня сфоткать? Да. Все. Сфоткал меня, я нормально получился. Да? Как будто в цирка сбежал. Я из цирка. Вау, ты хотел ножик. Смотри, какой ножик. 60 гривен, 50 гривен. Карандашик, смотри, какой. Да?
Машинки. Это памятник или скульптура. Ока, короче. Или сиська. Сиська. Да там следующий глаз. Фалосы какие-то, короче. Что я вот это извращенец какой-то? Сиськи, фалосы. Красивый фонтан. Да, офигенный. Вот. А, это, так красиво, блин. Да. Реально красиво смотрится. А ты думаешь, что тут такие вандалы живут, которые снесут вот эти звезды или что? Ну, может не здесь, но у нас в Киеве ж такие долбоебы есть. Да ну перестань. Что самое главное, там чувак какой-то живет вот, с прапором Украины, а здесь вот, понимаешь, и все нормально. Я рад. Так, убежишь. Подожди. Смотри, какая краса. А это дерево? Или как? Ну я сомневаюсь, что это дерево. Не, это просто покрашено. Ну красиво все равно. А ты что, думал, что это растет? Я говорю, из дерева. Не. А было бы круто. Ну красиво. Какой-то парк или что-то. Ой, красный. Да ладно, никто не едет. Есть такая будочка, мне напоминает, как в Миргороде. Да, да. Парк. Да, вот там. Ну, красиво, парк. Вон тыкает. Ну, идем, идем. Да, симпатичный кайф. Не, я себя тут чувствую хорошо. Хорошо, будет прекрасно. Ай-яй-яй-яй-яй. Эй, придурки сыни есть! Да ну, хоры. Блин, вот, ну все-таки татухи меня кумарят, ну да ладно. Да ну ты не шаришь просто. Да я не шарю. Не шаришь. Блин, ну вот, ах. Ах. Ах, ах. Ручкой помаши, ручкой помаши, помаши ручкой. Опа, помахал, все, иди, иди себе дальше. Ой, блондинка пропала, блин, моя судьба ушла от меня. Да ладно, мне все равно не нравятся девушки с татухами. Ой, а вот эти два столба мне напоминают немного, как в Петербурге. Они немножко похожи. Только в Питере они красные, а здесь вот такие вот, беленькие. Ну, Саня, остановимся, как тебе сколько. Здесь что-то странно, очень много красивых девчат, понимаешь, просто сидят и... Хотя, блин, в Киеве тоже на контрактовой сидят, к ним подходишь, они морозят. Потому что оттуда не морозят.
Да ладно. Что еще? Что говорит? Даже не знаю. У нас и по ним видно, что видно. Это какой-то парк славы, что ли? Наверное, парк славы. О, а это кто? А. Забудинский. Известный спортсмен. Местный, походу. Угу. Ой, да там еще какие-то. Тут куча всяких. Бред. О, смотри, а там вообще памятник Отечественной войны. Ну да. Днепросталь. Смотри, ДК Днепросталь. Это знамена. Вообще, ты прикинь, Днепросталь. ДК Днепросталь. Ну, это как ДК Энергетик, только ДК Днепросталь, прикинь? Угу. Вообще. Это же фонтан. Тут водица льется ручьем. Что, тебя сфоткать? Сейчас, подожди. Сейчас мы узнаем, что мы будем делать. Сейчас, да? Ты будешь долго смеяться, наверное. Василия, поцелунок. Побачення, дружба, кохання, поцілунок, побачення, автомобіль! Ой, блин, собака, антихака. По-моєму, тебе більше хазяйки нравится, чем собака. Ну, да. Такое, а ты спросил, а какая у вас порода? Не чеширский, случайно, это, гладкоухий? А тут она бы сказала, ой, а как вы угадали? А ты бы сказал, потому что я чеширский гладкоухий. Я готов быть вашим рабом собачьим. Блин, до сих пор крутится. Автомобиль сейчас будет. А ну подожди, ну интересно. Мне кажется, что там еще ветер помогает, способствует. Нет, там какая-то фигня видна. Какая? Помогает ей крутиться дальше. Там просто очень хорошие смазанные шарниры и продумано так специально для терпеливых людей. Понимаешь? Ого. О, смотри, почти остановилась. Почти! Ой. Почти! О, чё там? Ну, о-о-о. Ну. О. Давай. О. Давай. Ну. Давай, давай. Блин, да сколько оно будет? Да сейчас уже. О! Бля. Тише. У тебя сейчас пленка закончится, Саня. Накрути. Смотри. Побачення, побачення, дружба. Весілля. Кохання. Поцілунок. Ну все, поцілунок, короче. Мене Айо, кохання. Ай, блядь, оно опять начало крутить. Дружба. Нормально. А, сколько можно? Побачення. Не, стоп, оно сейчас. Не, все, уже все. Побачення. От 100%. Ну, все, короче, понятно. Ты сегодня встретишь. Автомобиль! Твой будущий автомобиль. Автомобиль. Да. Все, идем, блядь.
Та-ра-та-та. Так. Чё, ну до сих пор крутится. Ну вот как видишь. Автомобиль! Автомобиль.